Здравствуйте, это программа «День города», в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Все для людей или трата бюджета. 1,5 миллиона рублей было потрачено на дом под снос. Скользкие улицы и сосульки на крышах. Количество пациентов в травмпунктах увеличилось вдвое. Рождественский пост, как его правильно встретить и провести. Сколько денег выделят на дороги в 2019 году? 28 ноября прошли публичные слушания по бюджету Рязани на следующий год. Новая крыша и канализация. На капитальный ремонт дома номер 5 на проезде Грибоедова потратили свыше 1,5 миллиона рублей. Теперь снаружи дом выглядит красиво, а внутрь лучше не заглядывать. Масло в огонь подливает и тот факт, что в ближайшие годы этот дом снесут. Довольны ли жители капитальным ремонтом и как относятся к потраченной сумме денег, смотрите в нашем следующем сюжете. Основные перекрытия пошли, вот. Лето было, вот, началось все это обрушаться. ЖЭВ говорит, что материалов нету. Николай рассказывает о потолке на первом этаже. С него постоянно осыпается штукатурка, и делать с этим никто ничего не хочет. Жители дома рассказали, что у ЖЭВ один ответ на все. Нет материалов ни на трубы, ни на полы, ни на окна. И это несмотря на то, что совсем недавно в доме номер 5 по улице Грибоедова был сделан капитальный ремонт крыши. Николай рассказал, что в сушилке отопления нет вообще. Труба несколько раз взрывалась из-за высокого давления, и сотрудники ЖЭВ ее просто заварили. А вот полы жители первого этажа попросили оставить такими. Они закупили стройматериалы и решили заменить прогнившие доски. Поэтому пока передвигаться приходится так. Стены на этаже поразил грибок. Он распространился практически на весь коридор. Вот в таких вот мы условиях живем. Ладно, мы истерпелись. Вот я вам предоставляю, что в этом отсеке живет ребенок-инвалид. Вы видите, какие шикарные у нас. ЖЭВ у нас видел, что уже стройматериалы лежат. Вот. Сделать что-то у них нет силы. Сейчас мы ждем пополнения денег, чтобы за свой счет сделать вот эти полы. От наспех сделанных оконных рам и заваренных труб отопления можно переместиться на второй этаж. Здесь ситуация чуть-чуть получше. Окно на лестничной клетке красивое, пластиковое. А вот в самих коридорах все то же самое, что и у соседей снизу. Часть потолка обрушилась и дыру заделали фанерой. В сушилке практически похожая ситуация. Ну как, вот отваливалось, убираем. Берем венчик и убираем это все, что оттуда сыпется, рушится. Так и там, когда там рухнул, там вообще пылища была. Канализационные трубы во время капитального ремонта заменили, а вот отопление все тоже. На кухне трубы прорывались несколько раз. Александр сам ставил хомуты. Сотрудники ЖЭО просто разводили руками. Ответ все тот же. Нет материалов. На одной только кухне Александр поставил 4 хомута. Жильцы стараются ухаживать за домом сами. Оно и понятно, им здесь жить. Где-то подкрасят, здесь подлатают, а там зальют цементом. Вот только им самим уже кажется, что они выполняют не свою работу. Согласно информации в СМИ, на капитальный ремонт дома было потрачено 1 миллион 643 тысячи рублей. Вот только есть один забавный факт. Через 4 года, по словам жильцов, их расселят. Поэтому они и сами не знают, как относиться к такой большой трате денег на умирающее здание. Как вам сказать, что это хорошо или плохо, сами не знаем. Ну, вода есть, свет есть, живем. Капитальный ремонт всегда хорошо, когда что-то ремонтируется. Но если хотят сносить, зачем это делать? Получается, что это палка о двух концах. С одной стороны, жителям дома отремонтировали крышу, которая перестала течь. Поменяли канализационные трубы, и теперь вода идет без перебоев. Но топительная система осталась без изменений, как и другие травмы самого здания. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 28 ноября 2018 года проходят публичные слушания, посвященные вопросу бюджета следующего года. Как стало известно, в 2019 году он впервые не будет дефицитным. Расходы и доходы города в следующем году составят чуть больше 9 миллиардов рублей. Приоритетным направлением станет социальная сфера, на которую будет потрачено 80% от бюджета. Планируется, что ежегодный рост бюджета будет не менее 120 миллионов рублей. Основная статья расходов – это образование. На него будет потрачено более 6 миллиардов рублей. Основные же статьи доходов городского бюджета – это налоги, собранные с физических лиц. Также значительную сумму принесут земельный налог и налог на имущество физических лиц. В 2019 году более 111 миллионов рублей направят на развитие муниципального общественного транспорта. На уличное освещение потратят 91 миллион рублей. На ремонт дорог в Рязани из областного бюджета будет выделено более 500 миллионов рублей. 15 миллионов выделят на ремонт ливневых канализаций. Также было предложено разработать многолетний план по строительству ливневой канализации во всем городе. Количество пациентов в травмпунктах увеличилось в 2 раза. Таков итог первых снежных дней. Переломы, ушибы, растяжения – не редкость в это время года. Врачи 2-го травмпункта Рязани рассказали, как их избежать. Рекомендации выслушала Дина Ислеева. Валентине Григорьевне врач советует снять повязку, чтобы потом было проще разрабатывать руку. У нее типичная для этого времени года травма. Подскользнулась на первом льду 13 ноября и с тех пор ходит с гипсом.
Я просто спешила, а каблуки у меня очень скользкие в сапогах. Я уже сколько раз в них скользила. А это вот я, там такой грунт был, в общем, такой, ну, грязь замерзшая. И где там льдинка какая-то была, я не видела. Я просто вот на нее попала каблуком, скользнулась и упала. Снег только выпал, и особого гололеда еще не было, а поток пациентов во втором травмпункте уже увеличился в два раза. Основные травмы – это травмы, в первую очередь, опорно-двигательного аппарата нижних конечностей, ну и, соответственно, верхних конечностей также. Лучи, дистальные метаэпифизарные переломы случаются, и по нижним конечностям наружные лодыжки. Вот. Ну, травмы еще и более тяжелые бывают, те, которые требуют уже лечения в стационарах. Основной поток пациентов с травмами – люди пожилые. Им врачи советуют без особой надобности в такую погоду из дома не выходить, а перед прогулкой соблюдать ряд простых правил. Покупайте хорошую обувь, которая не стынет на морозе и не становится скользкой. Во-первых, передвигаться не торопясь, смотреть под ноги, обращаться в ортопедические протезные предприятия, там продаются противоскользящие приспособления, которые одеваются на верхнюю зимнюю обувь. Вот их тоже используют. А если все же досадного падения избежать не удалось, нужно не терпеть боль, а сразу вызывать скорую, советуют врачи. Кажущиеся безобидными травмы могут привести к тяжелым последствиям. Денис Лева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Перестройки в городе. Касается это нового микрорайона в Дашковой Песочне и улицы Праволыбецкой. На земельных участках общей площадью 3,2 гектара планируется построить 3 26-этажных дома. На первом и втором этажах домов будут нежилые помещения. Под ними расположится паркинг на 510 машиномест. После предоставления разрешения застройщик намерен передать собственную землю мэрии под социальные объекты, такие как детские сады, школы и больницы, и прокладку новой дороги. Во время обсуждения проекта застройки градозащитники поинтересовались сохранением дубравы по соседству и прокладкой новой ливневки. Докладчик отметил, что застройка не навредит деревьям, а канализация предусмотрена в проекте. На улице Праволыбецкой, согласно проекту, появится 5 зданий высотой 1, 2 и 3 этажа, в которых, в числе прочего, разместятся торговые точки, подземный паркинг, кафе и офисные помещения. Опасность над головой. Над многоэтажкой на улице Есенина, рядом с которой несколько лет назад из-за глыбы льда погибла женщина, вновь нависла угроза. Сосульки выросли на крыше и находятся прямо над банкоматом. Это место получило известность после событий 1 марта 2013 года. На пожилую женщину, проходившую рядом с многоэтажкой по улице Есенина в Рязани, с крыши упала глыба льда. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Эта история может повториться. На доме 61/13 появились сосульки. Лед находится прямо над банкоматом. Жители написали в социальной сети в надежде, что проблема решится. Однако единственное, что сделали для безопасности прохожих – огородили банкомат лентой. Ну, боюсь. Как-то ходим, что тут раз бабушку тут убила, когда-то лет 3 года назад. Я работаю в соседнем доме и как бы за это, да, уже переживаю за зиму, как это все дело будет происходить. Смотреть вверх – это единственное, что остается и жителям улицы Кольная, которые ходят мимо дома 21, корпус 1. Я стараюсь подальше от дома держаться. Нужно сбивать. Но у нас как? У нас пока что-то не случится, да, на кого-то не упадет. У нас никто не думает ни о чем. Надо сшивать сосульки. Это место не огорожено, как и другие опасные участки. Пока коммунальные службы не справляются, и единственный способ обезопасить себя – выбирать маршруты, которые проходят подальше от многоэтажек. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Конференция для кардиологов и терапевтов стартовала в Рязанском государственном медицинском университете. В течение 2 дней специалисты из разных регионов обсудят вопрос лечения ревматических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и многое другое. Россия стала лидером среди европейских стран по заболеваемости сахарным диабетом. За последние 10 лет этот диагноз стали ставить в 2 раза чаще. Заболеваемость ожирением за тот же период выросла в 3 раза. Эти и многие другие болезни являются факторами риска, которые приводят к повышению смертности среди трудоспособного населения. Как их снизить и лечить эффективней, обсудили на конференции кардиологов и терапевтов в Рязанском государственном медицинском университете. Надеюсь, что полученные вами сегодня знания и
опыт найдут свое применение именно на практике. То есть не останется только в теории. Вот. Желаю вам бодрости, духа, желаю вам плодотворной работы. Конференция проходит уже четвертый раз. Ее участниками стали эксперты из разных уголков страны. Своим опытом и научными разработками делятся кардиологи и терапевты из Москвы, Рязани, Владикавказа, Красногорска, Назрани и других городов. Отличается эта конференция тем, что она 100% независимая. То есть здесь вы видите, что очень большая возможность именно академический такой характер этой конференции. Очень много независимых докладов. И очень приятно, что большая часть программы составлена с помощью именно ученых, преподавателей Рязанского государственного медицинского университета. В течение двух дней здесь проходят мастер-классы и симпозиумы, клинические лекции и круглые столы. Темы самые актуальные. Среди них вопросы гастроэнтерологии, кардиологии, гематологии, реабилитации терапевтических больных, подростковой медицины. Высокий уровень – не случайность, ведь подготовка к конференции велась в течение 8 месяцев. У нас снизится смертность, мы снизили заболеваемость к основным заболеваниям, те, которые оказывают существенное влияние на те определенные сложности, которые мы все знаем, которые сейчас имеем. Это долгий путь, и он проходится в том числе и шагами конференции, общения, дискуссий. На конференции в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова сочетаются разные инструменты для того, чтобы опытные и молодые специалисты знали о новейших достижениях коллег и внедряли их в собственную практику. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». 28 ноября начался Рождественский пост. Продлится он до 6 января. Для православных верующих это время особого покаяния, молитвы и воздержания. Рождественский пост считается строгим и готовит верующих к встрече светлого праздника Рождества Христова, который отмечается 7 января. Продолжит Мария Рудая. Сегодня в меню гороховый суп, плов, оливье без мяса и тыквенные оладьи. Предельно простые, но невероятно вкусные блюда. Все это приготовили в трапезной Крестовоздвиженского храма Рязани. Повар Елена Шмакова работает здесь уже 9 лет. Она признается, рецепт предельно прост. Радость, да. И у нас с молитвой все готовится. То есть приходим, у нас сразу молитва. Потом начинаем готовить. Готовим с душой, и все довольны всегда. Здесь все как на обычной кухне. В меню щи, борщ, рассольник, разные супы и салаты, гарниры. Все приготовлено из самых обычных продуктов. И несмотря на то, что блюда постные, работники храма довольны. Сытные. Несмотря на то, что постная, она очень благодатная, она намоленная, она приготовлена с любовью. Ограничения в еде очень важны, но пост – это не просто еда. Это лишь часть большой работы над собой, которую должен проделать каждый верующий в ближайшие 40 дней. Важно помнить о празднике Рождества Христова и осознавать, что в мир пришел Спаситель, и понимать, что Он привнес с собой в этот мир. По словам священника Павла Конькова, пост как раз то время, когда надо начинать действовать. Человек давно долго размышляет о том, что пора начинать ходить в храм. Пора. Или там помочь детскому дому, вот пора съездить, там сделать что-то, что давно хотел. Так вот, пост – это время, когда нужно прекращать думать и начинать делать. По мнению священников, каждый человек совместно со своим духовником может выбрать для себя ту меру воздержания, которая будет ему по силам. Это касается и ограничений в пище, и отказа от увеселительных мероприятий. Кто-то любит кофе, и постом для него будет отказаться или сократить, минимизировать употребление этого напитка. А кто-то любит ходить в кино, и в постом лучше как раз ограничить себя в этом. Этот пост продлится до 6 января, а 7-го весь православный мир встретит светлый праздник Рождества Христова. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Грандиозное цирковое шоу под названием «Слоны в цирке» теперь в Рязани. Жителей города ждет насыщенная программа, в которой участвуют гимнасты, акробаты, жонглеры, клоуны и, конечно же, индийские слоны. Индийские слоны Дженни и Магда – любимцы зрителей, поэтому ведут себя как настоящие артисты. Аплодисменты для них самые громкие, а лакомства самые вкусные. Дрессировщики балуют их бананами, яблоками и печеньем. В день слонихи могут съесть до 150 килограммов, но изящество стоять на передних лапах у них не отнять. Дженни и Магда грациозны, как акробаты и эквилибристы.
поражают своим бесстрашием воздушные гимнасты, ловкостью рук жонглеры, свои особенные трюки у животных варшавского цирка. В шоу задействованы кенгуру-боксер, арабские верблюды, горцующая лошадь, танцующие пони и собаки. Программу уже увидели жители 18 стран мира. Спешите увидеть заключительные представления в субботу и воскресенье 1 и 2 декабря. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиры в новом жилом комплексе «Полянка» недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27 55 55.